Народ, всем привет! Сегодня решили сделать плов. Взяли говядинки. Вот смотрите, килограмм 116 грамм. Ангибот, то есть по акции. Цена 9,77 за 1 килограмм. Магазин Реве, ОДРЕВЕ. Вот такие цены. Суббота, Германия. 13 апреля 24 год. Вот как-то так. Вот так выглядит кусочек в разрезе. 1 килограмм, 116 грамм. Процесс пошел. Начали делать плов. Закинули лучок. Сегодня первый раз достали казан и печечку зимней, как говорится, на чопке, да? Как Иринка сказала, да? То есть вот сейчас посмотрим, что получится у нас. Добавили мясо, свинины и говядины. Добавили морковочку. Процесс идет. Поджарился, да? Накрыли крышки, ждем минут 40-50. Чеснок у меня весь развалился, придется его вместе с рисом просто закинуть. Да, рис у меня очень долго стоял в горячей воде, его уже можно сырым есть. Так, сейчас я добавлю соли. Я думаю, половую ложку, да, Андрей? Ну да. Потому что много. Нам рис всегда вообще много соли сейчас забирает. Я надеюсь, что хватит. Так, теперь воды. Воды.
Это, конечно, я неправильно делаю. Так надо. Через шумовку вообще надо. Так, не буду я много воды добавлять, он почти готов. Сейчас последний штрих. Не знаю зачем, но я чуть-чуть всегда накрываю. Вот, в принципе, воды нормально. Самое главное, чтобы не было каша. Так, и что? Это горячее? Ну, закрываем крышку. Ага, на горячее, подожди. Закрываем крышку и ждем. Минут 20. Минут 20, да? Все. О, ну и там уже вроде, в принципе. Короче, ребята, все, плов готов. Ирина сейчас все это открывает. Сейчас будем на все это посмотреть. Что у нас получилось? Короче, надо сварежку. Горячий, да? Угу. Походу рассыпчатый, да? Походу не готов он, Андрей. Или это масло? Да, походу это масло. Не, он готов. Конечно, готов. Ах, какой запах. Не то, что запах. Я уже слюнями давлюсь. Рассыпчатый. Все, можно кушать. Короче, вот как-то так. Всем приятного аппетита. Ну, нам. Давайте. Пока-пока.